Кто споет? Кто спится, нет? Нет?
Ну, там, наверное, тоже люди, да? Да, да. Вы потом что? Вот такая машина стоит. Серебряная. Прям после ее. Интересно, да? Смотри, что пленка. Это какой смысл звук в Питере, да? Посмотри, как я снял там рассвет. А ну вот и еще такая медленная машина попала, чтобы все ничего не делать, не дай бог, сотовый это будет. А сотовый есть? А где он? Где здесь уйдет? И теле два, да? Нет, и ТС нет, антенны. Со всей страны, только с европейской части. Сейчас вот этот народ сидит. Так, только номеров нет. Но я хочу сказать, машин не больше, чем обычно. Ну, не больше, чем обычно. И то это первый год мы едем, там вообще ни разу туда не ходим. Где? Ну, дорогие ключа. Вчера, вот целый день ехали, ни разу столько не стали. Это первый год. Нигде не стали. Нет, я вот считаю, что... Во-первых, дорогу лучше сделать. Это лучше вас видеть. Я хочу сказать, ничего не надо, не больше. Обычно я говорю, что машин в это время будет.
А, вон на скорость меряете, там ловят. Я
Одинокая ветка сирени,
Пути на столе стояла. Это день твоего рождения. Мы с тобой отмечали. 14752. Помните, что я забрал? Вот магазин, смотрите. Вот магазин, где-то. Смотри, Маша, глянь, я продаю. Сколько лет нам космосе уже. Вспоминаю я день и семьи. Номер от 360 рублей. Постоянно. А вот здесь как раз дорога. А Петрович, у меня вообще за 15 тысяч. Нет, я просто спрашиваю, я не могу понять, что я тоже спросил, а ты скажи 2,5, подаю. За 15 тысяч, с питанием за успевание. Я за 10 тысяч. А все эти места надо дистанцию соблюдать, потому что не угадно. Метров 50 делать. А что ты, Сергей, я смотрю на эту тетю, которая ножом нам села. Ничего, да, хотя бы Ихея показала бы из окна высунула. Еще там, на трассе, один раз кепку приклеилась, но прям в жопу, думаю, сука, чуть тормозила, нам в жопу уедешь. Спасибо. У меня у каких-то вещей куда? Нет. Дайте сюда, я его. Это не положено. Ну, она хоть не держит, но не очень не держит дистанцию. Скорость самая. Учитывай день рождения. Но тебя я лежу. День тебе с восхищением. Пару слов я скажу. Ты моя, моя женщина. Не тревожит печалью. Ты сегодня торжественна. Поднимаю бокал за глаза твои карие, за рисунки шикарные, за любимую Италию и улыбку усталую, за твои и за ласки небрежные, за тебя, моя женщина. Поднимаю бокал часто тупой по ночам, если был я богат, все бросил своим ногам, за один только вперед, все рубины и жемчуга, и беды. Море! Все тебе, моя женщина. Он тебе понравился, смотри. Море. Вот так туда попадает. А, вот где. А это берега Тихого, Чего? А вы сколько? 7-10. Вот это такие это! Вот вам съехать. Как не знал бы. Я куда он пришел? Я Видел?
пьяный тоже сел на велосипед, а просто прокатился по горам. Знаешь, как здорово. Вот так. Я хоть сейчас наюзаю, купался. Серебряный остановился, пописал. Как на поле Гуликова закричали гулики, и поливали столбом вышли русские полки. Как дыхнули перекажу на все стороны, значит, выпить-то немало будет. Раз, раз, и тупили влево на шарах, и брат, хорошо, с телефоном, как сейчас по бокам. Влево на шарах, и брат, расшарать, хорошо, с телефоном, как казани, покидали, пали, боли, как самому, на самом деле, на иглом. И сахану через поле, под шакалом, вот и бог, и брали через резко, и копать, молодцы. А на подавочке нету, вот он кунули концы. И влево на шарах, и брат, расшарать, хорошо, с телефоном, как сейчас по бокам. Влево, А я не добавлял. Такой был громкий? Нет. Я тоже убавил вместе с тобой. Меня бы сейчас стрелял. Домик от 400 рублей. На человека, да? Мало того, что человек, знаешь, какой домик это? Любит? Без окон, без дверей, без туалета, да. Вроде на улице. Ни вещи никто не оставит. Все это уходили. На поляву. Кто может не поможет, чтобы это? Одно дело на рыбалку поехать там на день, на день, на два, на пять дней. А другое дело отдых. Рыбалка это добыча, это должен быть теперь, если ты понимаешь. А отдых есть отдых, он должен быть нормальный. Несмотря на то, что будет лучше,
я ей, как нас приглашают танцевать. А двигаться сзади пропустил, да? О, горы красиво. Смотри, я там не готовил автобус стоял. Санаторийский какой-то. Я люблю, когда ты рядом, я без тебя, я не могу.
Мой день рождения, мой день рождения, мой день рождения.
Так, вот здесь есть? Что? Здесь, да, это там расстрелки, подожди, видишь? Нет, не уйдет. Там вот, что вы сделали? Миша, а давай тогда бежим. Как это, где тут? Там тоже уже. Я близко к нему. Вот она, смотри. Там скинули, скинь, там маленький сейчас, там еще. А сколько километров там осталось? Вот это 2 километра. Ты смотрел уже, да? А так вообще отзывки скоро, как бы, отзывки скоро проехали, где нет. Все, на месте поехали. Вот здесь мы вставали. Да. Все, нет, не надо. Ой, смотри, я смотрю, здесь поплыл. Ямы-то, следи какие. Ужас. Попадало? А, да, да, да. А сейчас меньше. Я не могу его видеть. А там он меня проводил. Нет. Почему? Зачем? Должно его зарядить. Я еду. А то он больше лежал, он зарядил. Прогресс, конечно, прогнул. Видишь, ты навигатор на крутой покупал. Все, все? Все. Ну что, уже никуда не ходил, не так не ходил, а? Уже правильно стоял. Телефон. Все, заменяй. Интернет
Вам сейчас не доступны, как сейчас мы едем. Что, серьезно? Это да, это раньше поедем, это нам нужно, потому что мы идем просто в поле. Это раньше не доступно. Это не просто. Да, и не видите в один момент. Ну, окей, 12 населения. Ну, они сказали, мы даже просто идем, это готово. Раскинутся просторы до самой дальней утренней звезды. И
я, что скоро, и я, что скоро, а снегу доберутся ко мне твои слезы. Снег, летай, летай, и по зеркалу тебя заметает зима, заметает все, что было до тебя. Миллион, стоп.
что такое за фидерство? Я еще в Сбербанк 13 тысяч синий, потому что это больше миллиона, блядь. Да? 22 года. Я не знаю. Я ему набрала печаток, когда есть менеджер, вот ее будет только на ней, они не работают. Пришла она сразу сам, на машину, они перейти, поехали. Я, например, даже набрала печаток, я набрала печаток, я вам говорю, им позвонить, я бы заметить не поняла. Это не была пандемия, они шпали так раз на себя, я говорю, что-то я не пила, я не понимала, что это нормально. Они так же приехали. Я говорю, что если тут продать, пока я говорю, что не понял. Так и тут, есть проблемы, звони, называй, и скажи, что у меня такой, не вот так вот. А почему вот так вот? То, что разбираться в этом, я пробовала разбираться, по самому говорить, это очень сложно. Там столько всяких примочек. Эти примочки что-то не озвучивают свои заключения. Они озвучивают информацию на главу договора, так вот. Ай-яй-яй-яй,
на Хабатов, добро пожаловать. Спасибо. Погнали на следующий. Не подует тебя? Нет, нет, у меня не болит, я не инфекцию болит, я не подует. Что у тебя болит? У меня болит, когда тут рядом чихает, прикашивает, я вот эту инфекцию очень сразу почистила себя. А вот у меня тут полная не болит. Нет, особенно если ребенок где-то рядом болеет, или там, это все, это будет мое. Давай, 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 давай. Вот он кинет, я такую купил. Я не понимаю, что это не молодежи. Но это вот дети катаются, дорогие дети. Ну, я думаю, Лен, я думаю, ему дети подарили. А ну, поделку, я не хочу уже. Ну, сколько той жизни осталось, я хочу ехать по хорошей машине, на безопасной машине. А я как-то под ней лежал. Сейчас немножко на работу, значит, под ней лежать. Ну, Паша, первый же год. Лежок перебрал за то, что... Перебрал движок, это все. Нормально. Я немножко прокладывала сиденье, я тут не сидела, я тоже не спала. Предложила, не спала. Я сейчас надо какие-то дороги, придумали маленькие подруги. У нас же не знаю. У нас сколько здесь лежали, они теплее еще покрыли. Она весом убрать. Потом приезжать и стирать, и ее поотбирать. Она весом убрать. У нас же клет есть, даже упакованный, новый. Да, прямо подарили. Да, мне подарили. Не дарите. Ну, не надо ничего. Старая именно.
я там знаю, что там, что там знать. Нет, такой синий, что он хвостом посмотрел. Приток нас срочно. Не торопиться, не успеет. Улетел что-то. Ну, на трассе отдыхающим был.
узкой резине, брюхом по земле, прямоточным глушителем, вон, видишь? Как мы надеемся туда? А это что, дают навары или какие-то? Нет, дают там... Филипс, Филипс, H-I-L-U-X, Хайлюкс, Хайлюкс. Нет, вот ну типа, это типа Mitsubishi L200. Но L200 похоже на таракана с такой копой, помнишь? А это вот такая посередине. Здесь багажник как образ века. Где ты такой салон? Не знаю, это же шикарно. Да, давайте, может, не очень. Ну, вообще, где же? Надо же да? Я не знаю. Вот это мы переходили в Лестан, наверное, или там еще больше здесь. А
еще нужно. А вот, может, не проходим. Давай. Мы тебя уступаем. Thank you.
Thank you.
Москва-50. Вот, пожалуйста. Thank you.
Thank you.
возьму за тебя, о, любимая моя. Значит, ты на свете, за спине не для тебя. Что же тоже для тебя, ты да душа моя. Это солнце, это море, для тебя, для тебя. Thank you.
упал на грудь. Легкий, это понятно. Это понятно, что он будет лежать. А, естественно. Где бы на диване лежал? Что у него видно было? У него нарушение видно. Вращение головного мозга. Вот это там, потому что надежда видит, что вышел на улицу. И что он еще? А я так и вышел, полез, я не слышал, где скажу. У него видно были какие-нибудь какие-то влияния. Где пляж Бог, а поселок где пляжка.
Едем, едем, 127 километров. До школьного? До школьной улицы или что? Да, это понятно. Сейчас 51. Там у тебя город, если не говорит. Давай, 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 давай. Я тоже не могу разогнаться, видишь? Защита не хватает. Она, видишь, это автоматическая коробка, она пока не расходится. Это не домическая, врубил по ней и рванул. И это такой же маломощный тоже, пока разгонится. Педаль в пол, пока разогнался. Поехать, но скорость движения ниже, чем на свободной дороге, от 20 до 40 км в час. Куда поехать? Где мы стоим? Через 10 км повернуть надо нам налево. А, на движение на такси, я разжимся до этого. Я уже не разжимся. Ну, пятку, ну, как еще не тёрку дать. На 2 метра. Thank you.
куда он уехал, блин? Мама, пишите, да и там, Василий. Я не знаю, ну, просто сервис, я помню. У тебя не хочет. Вот реклама, пишите, да. У вас данные. Это еще впереди перевал, сами. Это поле. Трактор пашет, смотри, наверху там. Стоит под таким углом, как здесь. Чего на таком склоне, глядя, Василий? Окей, Гугл, есть ли Бог? Конечно, надо, не готов. Опять что? Чашку подвижу. Звонил насчет телефона, конечно. Нет, нет. Блин. Сюда слава выстроимся, да? 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 Наглядь-то до конца. Не место, наверное. Только свободные места. Это сейчас до Лазаревского вытянется. Так вам про это надо. Так я говорю, вытянется до Лазаревского. Посмотри, после нас на сколько.
спрашивать, что взяться там? Ну, может, Серега, наша дорога жизни. Знаешь, пацанки там отнесут. Где-то почитаешь, что там отнесут очень хорошие. Отгуляешь, отстирываются. Ой, там отпуск, что-то хватает, пучнять. Ну, надо говорить, ну, каждый день нам теперь. Ну, и что? Ну, наш врач стоит, все черный. Магнули. Ну, по-моему, не вопрос, ну, конечно. Все устали, у всех разные ситуации. Но это прям давит, на машину наезжает. Еще головой не машет. Хотела сказать, что-то вот лесбиянка, что мне глазки строишь. Баба, что ли? Да, баба была. Хотела сказать. У тебя конечного нет? Нет, я там. Там, угу. Еще баба лесбиянка, что глазки не строишь. Головой еще машет, он пропускает. Уже эта пробка, она быстро, конечно, машина не зайдет в узкой дороге. Интересно, что за причина? А может ничего не будет, просто переполнение? Ты пляж, Ваня, ты пляж. Выезжал, весил 95 кг. Сейчас приедем за 70. Не потеряли, потому что жарко. А я думаю, килограмм на 3. Ну, это может это нервничать, что за рулем. А я-то не тебе боюсь. Нервничать. Ну, я же сижу. Как 13, а? Я просто сижу и все, понимаешь? Вот я руешь, много чего. Да. Где я? Ну, немножко там сколько. Нужно, видно, оттаскивать. Гораздо больше было. Часов дня, я понимаю, что не сезон, может половина спят, ну пускай половина только, или даже треть по улице ходит. Вот посмотрите, сколько отдыхающих. Вот начал снимать в центре. А, это еще мудаки объезжают. Да ничего тут нет никакой аварии, тут банальная стройка. Ну сейчас посмотрим дальше. Так, ну, надеюсь, вы мне поверите, что за этим забором все отдыхающие не прячутся. Там как шло два человека, так и идет. Вот три человека переходят. Вот еще. Обычно толпа переходит. Давай.
вот центр показано. Обычно толпы переходят. Сейчас пройдите по центру. Ну вот здесь вот еще. Продукты, закрытый магазин. Ну вот здесь погуще, конечно. Ну это, конечно, да, это 5 августа, сезон. Самый высокий это, сезон. Да, практически ничего. Магазины, конечно, открыты, но никого у них нет. Столовые тоже полупустые. Ну сейчас вот поедем по столовой, посмотрим, сколько отдыхающих примерно. Будет побольше. Ну да, здесь я смотрю. Есть отдыхающие, я не скажу, что нет. Но дело в том, что перед этим проезжали по более мелким населенным пунктам Большого Сочи. Там меня вообще поразило отсутствие людей на улицах. Уж Лазаревское, на что раскрученное место. И то там, вот эта улица, которая идет вдоль моря, практически пустая. Обычно там замучаешься Лазаревское пересекать на машине. На каждом пешеходном переходе стоишь, пропускаешь толпы. Хотя там и светофоры повесили, но все равно люди прут, все равно движение нарушается. А здесь, смотрите, вот, проехали, считайте, практически все лом. Народу, ну, немножко в центре есть. А здесь вообще вот тишина никого. Вон еще группа отдыхающих. Да не, ну пустые-то они не могут быть, люди все равно есть. Ну и так как ну, показывают, показывают картинки с советских времен, что забито все. То есть люди есть, не так много. Ну и обычно в августе все-таки сезон, в основном везде объявление, что мест нет. А здесь везде есть места, стоят эти распространители везде. Ну, пускай пустой кафе, я обидел на перерыв. Да, вот 12 часов кафе пустое. Обычная пляжная картинка, ничего там такого прям. Вон, полупустой пляж, смотри. Вон, да, сейчас не принят. Это ему может... Ну, 13 часов дня, я понимаю, но это не показать мне. Все равно народу меньше, чем обычно, намного. В общем, какой аварий тут только было? Мосты ремонтируют. Да, в разгар сезона ремонтируют мосты. Ну да, ну, само собой они здесь настроили с таким запасом, что... Ну куда ты вернулась? Все, плов закончилось. Давай до конца доснимаю. А можно я сам решу, когда мы начинаем, когда мы заканчиваем, да? Вот ты опять вот это влепила. Я же тебе сказал, что я напрямую начинаю. Ну, зачем пожалуйста. С матом? Когда ты сломал? Ты вначале там, я тебе покажу.
через 2 метра поворот на линию. 350 метров. Через 300 метров на развилке держитесь с левой стороны. На бежную дорогу, наверное, да? Не знаю, я просто прибавил. А, так это обычно. На развилке держитесь с левой стороны. Это не в санаторий, а налево. Это напряженное движение, так заканчивается. Там была тройка, какой аварий? А вы уже подбежали, сейчас мы останавливаемся. В обратную сторону. Thank you.
Нифига себе. Мы наши полчины. Молодцы. Уже в Сочи? Да, дома. Это где-нибудь на Саус говорил. Чего? Выключай кондиционер, он вообще не внутри. Слушай, он холоднее? Ну, не холоднее вообще ничего. Что, не холоднее сделать? Да не надо, выключай его. Скажи, выключай. А что его тратить? Так он уже, не надо выключать. Центр, который вон пошел.
уже догомышлен, да? Сочи, город Господи. Как все это музыка? Желтый, зеленый, красный.
мы вот оттуда из-под этого выскакиваем. С грязи тогда. Сейчас я понял. Сливаюсь, а видишь, в этот ряд просто проскочил. И все. Теперь мне обратно. Чтоб проскочить. Я думаю, раз и много, чтобы... Чтоб на мух встать. Сейчас, нам что-то. Место, наверное, найдем. Мне, конечно, хочется с Катей Сокутом пообщаться. Интересно, конечно, вот куда идти можно.
давай жалобу будет. Ты же знаешь, да? Потом расскажешь, мне некогда посмотреть. По-другому там где-то, отдыхать. Да?